motherfucker. Ассап, ребятки, с вами канал Alligame, Let's Play Rock. Это Aliens Isolation, и мы выживаем. Напомню, в прошлый раз мы искали, как добраться до центра связи. Там что-то повключали, прошли по коридорам, было, в общем, весело, тут еще чужой объявился. Мы все сделали, и теперь нам нужно вернуться обратно на лифте в сторону по направлению к центру связи. Мы сначала были вот тут, что-то натворили, короче, выбежали сюда, туда, потом мы вот тут, здесь так, потом мы прошли вот так, вот здесь мы обосрались, вернулись вот сюда, прошли вот так, потом мы пошли, значит, здесь, вот тут мы не смогли, мы в люке мы, короче, вот так, поднялись на второй уровень, появились здесь, прошли, сели в лифт, спустились, сейчас мы внизу. Нам нужно что? Нам нужно добраться до... спастись. Вот. Пройти в центр связи и спастись. Все очень просто. Давайте мы попробуем туда пойти. Я понял, где мы, короче. Мы там, где мы не проходили, ребята. Мы там, где мы вон оттуда видели, как... вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Так, ложная тревога. Я думал, что там что-то сейчас как выпадет, нападет, и все будет. Здесь у нас что-то комната вообще. Сверху что-то ходит. Похоже, это наш друг. Я прям чувствую, как она ходит сверху за мной. Револьвер. Нам нужно что? Я на всякий случай. Мне очень хочется выжить. Особенно, когда эти звуки странные. Бегание по потолку, они прямо реально раздражают. Прям страшно становится. Мы продолжаем. Батареек у нас, конечно, мало, но... да, вот оно. Прямо над нами. Видите, его телепортировало. Короче, очень классно устроена здесь система. Просто над нами. Ладно. Вроде бы как нам сюда теперь говорят. Есть поворот налево. Временно спрячемся. Так, и мы где? Мы уже здесь. Я пытаюсь найти вагон, на котором я сюда приехал, потому что я уже забыл, где этот вагон. Мне кажется, я немножко подохерел. Поэтому мы так вот спрячемся. Выходим. Обманка сработала. И сохраняемся, да? По-моему, нам вот сюда, ребят. Но я больше другого варианта не вижу, потому что я сходил и в одну сторону, и в другую сторону. Да, да, и нам сюда. Ура, наконец-таки. Роботы начали усиленно нас искать, поэтому нам нужно усиленно им не попадаться. Мне нужно пройти вот сквозь этого чувака. Ну, точнее, пройти так, чтобы эта машина меня не убила. Задачка будет не из легких. Так, и свернуть нигде ж так, смотри, нельзя, блин. Что ж такое, да? О, боже, он пошел, смотри. Сейчас надо изучить его вариант брожения, то есть как он ходит, его тактика. Надеюсь, он будет стоять или будет идти. Если будет идти, то за сколько времени он преодолеет тот или иной промежуток и в какую сторону двигается. Не, мне кажется, он типа отвернулся. Хорош разговаривать, ты когда говоришь, мне еще страшнее становится. Мне... ты становишься для меня непредсказуемым. Смотри, короче, тут всякие штуковины, что-то тринкает. Давай посмотрим, что там. Жуть как интересно, смотри. Угу. Что-то тут есть. А куда ведет вот этот вот люк? Я что, сейчас секретку какую-то открою? Где это я? А, я понял, где я. Прикольно. Я открыл лаз. Помните, там, где нужен был плазменный рюкзак, где мы мимо типа шли? Вот я, короче, открыл этот проход. Смотрим, что здесь у нас. Центральная какая-то консоль. Много всяких кнопочек, все мерцает. Странно, все непонятно. Вообще, где весь персонал? Ну, я понимаю, там... ну, ответьте мне кто-нибудь! Алло! Тут такое творится! Он на меня сейчас смотрит, да? Так, а я правильно бегу, да? Я надеюсь, что я правильно бегу. Я надеюсь, что я бегу.
Я добрался? Теперь мне нужно добраться до вот этого. Мне надо добраться к жилой зоне. Так, я думаю, что нам жопа будет сразу же, поэтому... Давайте попробуем сразу. А, как? Откуда вот ты? Ты кто такой вообще? Отвали от писа. Обосраться. Охренеть. Я уже прозявал весь момент. Попробуем еще раз. Я такой разгоняюсь. Ну все, жопа, я же говорю. Вот, все. Ну, да что, тварь? Робот, ну... Ты ж валялся, ну не... Ой, ну... Последнее сохранение. Блин, еще есть последнее сохранение, ты гонишь. Так, ну вроде бы все нормально. Я как бы вернулся опять вот сюда. В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Да ты откуда, серьезно? Прям... Короче, начинается. Я понял. Все, это игра. Все, что было до этого. Так, он двигается. Мимо дырки. Смотри, я пошел вот сюда. Все нормально. Мы еще живы. Так, он тут, короче, исследует, да, что-то? Смотрит, стоит. Пройти без лишнего шума. Мы так аккуратненько выходим. И нам сейчас когда тут. Успокойтесь, пожалуйста. Да, отвали от меня. Это не ответ. Все нормально. Немного паники тебе не повредит, обоссаны штаники. Так, мы помним, да, что с правой стороны лежит C-3PO. Нам не нужно на него попадаться, поэтому мы аккуратно, прям пипец как аккуратно, вот так вот вдоль всего, так вот по очень длинному пути, чтобы жопка всегда была в тени. Мы аккуратненько пробирались к заветной нашей двери. Вот мы аккуратно уже прошли вот эту часть. Двери создают очень большой шум. Чисто гипотетически, он же тоже может лазить в этих люках. Так, мы пролезли через люк, аккуратненько прошли эту часть. Первый раз у нас ничего не получилось, нас тут замазал, короче. В общем, мы хотели очень быстро проскочить, но здесь лежал, из-за него мы очень сильно потерялись. Нам пришлось экстренно оттормаживаться. Нас в итоге, что теперь нам еще осталось пройти раз, два, три, четыре гребаных комнаты до сохранения. Мы пока еще живем, да. А тем временем, нам куда надо? Нам нужно... Давайте к жилой зоне Соломон. Я не знаю, там мы еще не были, наверное, да? Итак, научно-медицинская башня. Выход галереи Соломон, штабы службы безопасности и жилой зоне. Явно не сюда. И чё, я теперь обратно не могу вернуться? Да вы гоните. В смысле, серьезно? В общем, ребятки, да, так уж получилось, мы на медицинской станции. Пока мы, значит, не пройдем ее, ничего обратно не получится сделать. Для начала мы посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь, насколько мне известно, что-то тоже произошло. У нас есть вот какой-то зал. Ух ты! Смотрите, тут дальше. Но тут, к сожалению, все заперто. Там кто-то есть, прикиньте. То есть здесь еще есть люди. Интересная такая локация. Ну, теперь можно возвращаться к началу и идти туда, куда нам сигнализирует подсказочка. Давайте еще раз сохранимся. Мало ли какие моменты в жизни бывают. Так, и нам нужно куда? Нам нужно вот сюда. Вызвать транзит. Come on.
Вагон следует до научно-медицинской башни. Чипы! Это вообще как из... Что сейчас было?